34 гильдяна, и никто их уже сын не остановит. А будут алараманы ребедрикетеры гильдяна, мэйки туре бадарахадрикетеры гильдяна. И если не бодрствовать, и если не становиться, не уходить в посты алараманы ребедрикетеры гильдяна, то будут пить эту воду мутную, и будут напиваться ее аларикинчанда, джайтерена ребедера, джайтерена рикинчандур гурманара, ирманара, и пойдут споры, пойдут разногласия через это, алараманара, халрикитера. Но если человек стоит, и если человек бодрствует алармана рикитера гинчандар, он будет в духе различать, где мутные воды, и как они текут, алараманы рикетери гинджандар, и каково их направление, человек будет думать, вдумываться и различать. Аликиту ребедрикетери гинджандар, майтерана ребедрикетера, но это нужно будет говорить среди народа и не молчать. Видя это, что происходит, видя, как пьют алараманы ребедрикетера, не то, что нужно, не то, что Дух Святой говорит, не то, что Дух Святой несет алараманы ребедрикетера гинджанда, а то, что несут воды мутные. Так говорю народу, так говорю, сын мой, ларана ребедрикетера гинджанда, говори и не умолкай, говори и не умолкай. Стой в истине и стой за истину. Улитер Хаманеркитер Гинджанда, как бы ни знали, как бы ни говорили, как бы ни уничижали, а ты должен будешь стоять. Аминь. Потекли мутные воды. До моего Вараманеркитер Гинджанда и немногие Аварменеркитер Гинджанда отойдут аларабатар киманерикетери гинджандар, урмасканара, алараманарикетурикентеркеннера, ибо правда им алараманарикенджандар, миреннера, она мешает им жить, аларабичан туркульманарикетера, а с неправдой прожить легче, аликитурикенджандар, но кто будет ходить в правде, кто будет ходить в слове моем, Я буду возвещать, я буду говорить, и буду аларикит каманарикеттера, майтеренера, проносить там, где будет трудно, где будут рвы, я буду проносить на своих дланях пронзенных, и пронесу, и помогу. А вы, дети, старайтесь, идите, старайтесь, аларабадарикеттера гинджандар. Кто старанием своим старается, тот и получает. Аминь. Великие перемены в народе.